Будьте осторожны, проходя мимо многоэтажек. Это связано с тем, что снег и наледь на крыше могут представлять опасность для прохожих. В целях предупреждения несчастных случаев сейчас стражи порядка проводят разъяснительную работу. В ходе мероприятия специалисты также напоминают водителям и пешеходам о правилах дорожного движения. Подробнее о материале, подготовленном пресс-службой областного профильного ведомства. Вы едете, получается, со стороны Архангелка, да? Да. Скажите, пожалуйста, на обочине сломанный транспорт, возможно, кто-то голосует, помощи просит. Не было никого, да? Пешеходы не ходят? Нет. Резкая оттепель, бураны и морозы. К сожалению, такая переменчивая погода может оказаться причиной ДТП. Только с начала этого года в северном регионе зарегистрировано 6 случаев. Один из них с летальным исходом. Чтобы избежать несчастных случаев, полицейские и спасатели напоминают североказахстанцам о мерах безопасности и СМС-сообщениях экстренной службы 112. В случае, если вы выехали за пределы населенного пункта, по необходимости, в первую очередь проверить нужно транспортное средство, техническое состояние транспортного средства, взять с собой по необходимости теплые вещи, буксировочный трос. Также необходимо зарядить свой сотовый телефон. В случае поломки или вынужденной остановки на проезжей части необходимо вызвать экстренную службу, позвонив по номеру 102 или 112. Дорога не прощает даже самых мелких ошибок. За прошедший год на дорогах Северо-Казахстанской области произошло порядка 240 ДТП, в которых погибли 37 человек, а получили ранения 315. Страшный гололед, отсутствие подсыпки, к сожалению, это является причиной таких плачевных показателей. Чистят вообще дороги, да? Чистят, да? Чистят. Скользко, да? Ну, конечно, скользко, а лед, вот эта оттепель была, в субботу я... В субботу я ездил. Оттепель сильная была, и все, она, снег вот этот лед, и все, он замерз, и все, сейчас сплошной лед просто на асфальте. Профилактические рекомендации касаются не только водителей, но и пешеходов. Прогулка по тротуару в переменчивую погоду может обернуться серьезными последствиями. Особенно нужно быть внимательным при проходе мимо высотных зданий, отмечают полицейские. Ведь с крыши может упасть снег или сосулька. Алишер Ашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции.